готов? Да. Что господа желают? Шишими. Понимаешь? Шишими. Не знал, что ты говоришь по-китайски. Конечно, не знал. А я говорю. Это круто, старик. Я лечу в Гонконг отдыхать. Я 5 лет не был в отпуске. Ты здорово отдохнешь. Покажу тебе музей. Найди лучше китайских девушек, когда доберемся. Мне нужен массаж. Вот это будет бум. Забудь о полиции в эти дни. Сколько нам лететь? 14 часов. 14 часов? Что делать 14 часов? О, только не это! Ну, кому нужна война? Найдите мне другое место! Конечно! Здорово, да?